Послушайте, вы обещали. Вы меня простите. Вы обещали. Решение принято. Огромное количество попов уже установилось. Нет, правда. Зачем вы обманываете? Многие попы закрываться хотят. Заберите мережи из прощения. Люди закрываются, уезжают. А мы работаем на земле. Разные случаи. Можно один вопрос? Нет, не надо. Молодой человек. Мужчина, сейчас. Во время пандемии. А можно вопрос? Именно сейчас необходимо устанавливать работу. Вы что, самые богатые люди в Европе? 30 лет не было. Вы за 30 лет обогатили? Вы за 30 лет самые богатые в Европе? Вы самые бедные в Европе? Потому что под вас дробятся крупные... Заберите! Нельзя отделить вас. Вы на этом остановитесь? Мы остановим. Мы установим у себя РРО. Ну, это же первый барьер, который вы прошли. Мы установили РРО. Ну хорошо. Мы просто бесплатно вы все дали. Бесплатный сыр в мышеловке, мы об этом все знаем. Вы установили РРО. Мы набиваем. Да. Вы же завтра скажете, фискализуйте все приходы, расходы и все. Нет, другое. Товарный облик. Вы это убрали. Сделайте. Это вы сегодня убрали. А завтра? Ну, нет, вы расскажите весь план. Зачем устанавливать РРО, если вы не будете контролировать приходы, расходы и контролировать без товарного облика. Вот и вся история. Вы расскажите правду. И вообще расскажите всю схему до конца. Я вам гарантирую. Ну, это вы сегодня, а завтра придет следующий чиновник, и, конечно, я хочу план, я хочу понимать, что 15-20 лет вперед, ну, давайте. Это ваш план или план государства? Гарантирую, никаких изменений по фискализации не будет 2 года. А дальше? А дальше? Подождите, а штраф откуда 51 тысяча? Откуда? Какие суммы? Здесь не буду. Ну, а кто будет? Ну, какой план стратегический? Я не знаю. Стратегический план дать каждому человеку право на чек. Подождите. Фискальный чек и просто чек разные вещи. А почему вам? Потому это все обман. Я которая отказалась от кассового аппарата. А вы смотрите, у вас тут ларек с кожей стоит, и у него фискального чека нет. Не работает, зачем вы берете? Скажите, пожалуйста, вот нас называете офшорниками, контрабандистами. Один вопрос. Когда вы наведете порядок на таможне? Когда реформа начнется с таможни? Прямо сейчас и наводим порядок. Почему начали с таможни? Я объясню. Нельзя пожар тушить в одном месте. Так а вы нас подпаливаете? Тушить его со всех сторон. Поэтому, если у нас будет самый большой рынок в Европе контрабандного товара и возможность продавать все, что угодно без документов, ты святого поставь, это может он через неделю. Так ты, вот человек старый, вы посмотрите, что мы делаем на кабинете, посмотрите, как мы этих воров увольняем. Ничего не делаем. Данила! Данила!